Привет! Меня зовут Владимир Соловьев. Сегодня у нас один неделю. У нас сегодня воскресенье. Солнечно. 19 градусов тепла. А тут вовсю идет подготовка к Дню России. Катание будет. Поскольку я стал намного чаще снимать, я с этим немного разобрался. Значит, у меня раньше была просто видеокамера. Очень хорошо в поездках, потому что у видеокамеры отличный аккумулятор. Сейчас я снимаю на фотоаппарат. Фотоаппарат кэноновский, и на нем микрофон. Это самая красивая по картинке конструкция, и звук, и картинка хорошая. Но она весит 1,5 килограмма, и с ней не погуляешь. А еще, конечно же, надо иметь с собой запас аккумуляторов. И третья у меня есть, я еще снимаю на экшн-камеру. Она называется, неважно, я не помню. Оказывается, непросто это дело снимать. И надо все время постоянно все заряжать. Надо быть наготове. У меня сейчас полный рюкзак аккумуляторов. Прямо сейчас внесу, заряжаю аккумулятор камеры, маленькой камеры. У меня еще запасной аккумулятор к фотоаппарату. Очень много возни. Это пока еще не будущее. Пока еще все не мобильное совсем. На фотоаппарате большой объектив, и поэтому есть красивая картинка с глубиной резкости. Даль, близь. Я могу делать вот так. Могу делать вот так. Все скрутил, что сломалось. Угу. Но этого хватит минут на 40. С фотоаппаратом хорошо. Очень хорошая картинка. Но его не потаскаешь. Реально, я на вытянутой руке несу штатив. Это очень неудобно. Когда куда-то случайно идешь, фотоаппарат брать не хочется совсем. Я для этого использую экшн-камеру с собой беру, она вмещается в карман. Ну и, конечно же, всегда есть в телефоне камера, которая полный отстой. И звук там не очень. Ищу хорошее решение, чтобы был и объектив хороший, и хороший аккумулятор, но пока такого еще ничего не придумал. Привет. Привет. Что пьем? Вы решили выпить, да. Что-то мяучит? Ай. Привет. 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 Где ты взял такую футболку? Ты мне подарил? А что она у тебя такая новая? Ты знаешь, я задал тоже вопрос, говорю, на Вовинок похоже. Ты знаешь, что я эту футболку сделал? Давно, да? На лет сколько? Лет 7, наверное. Смотри, мы недавно приезжали, и я нарисовал футболку с дроздами. Вот этих рук дела. Так еще, как? Что, не начал вообще никогда? Но у меня лежало там где-то. Оля, дай очки померить. Привет, Кейси. Очень много комаров вокруг. Итак, если все готовы начать, я хочу объявить в первую очередь нашего гостя, который проделал дорогу из Москвы. Знаете, это очень далеко. Неужели мы будем молчать? На самом деле я выключу звук, потому что не могу использовать в своем ролике чужую музыку.
Все танцы я выложу отдельным роликом. Смотрите, ссылка в описании. Два умных мужика сидят и не могут справиться с маком. Вот что происходит. Давайте, значит, во-первых, на майке 1 гигабайт. Места нету на жестком диске, у нас есть внешний жесткий диск. Вот. На вот жестком он. Диске 600 гигов почти что. Да, там много свободного места. У нас видос с фотоаппарата. И вот я хочу эти объекты импортировать каким-то образом. Но вот, вот давай, выделяй вот это все. Да, вернись. Выделяю. Покажи вот эту. Давай, давай, еще раз. Нет, я еще раз покажу. Значит, вот эти вот все ролики мы пытаемся. Импортировать кнопка. Никак. Нету места. Где выбрать, куда импортировать? А, в устройствах, конечно же, фотоаппарата нету. И главное, я, так как я являюсь обладателем НАКа, я почему-то чувствую какую-то вот ответственность. Я не понимаю, почему? Вот. У Мака, у Apple 600 миллиардов долларов рыночная капитализация. Остаться на улице здесь? Нет, я думала поесть и потихоньку. Решили задачу. Надо было всего лишь вытащить карточку из фотоаппарата и ставить ее в компьютер.